Илиада, песнь 24. Выкуп Гектора. Краткое содержание. Благодаря покровительству богов, Приаму удалось уговорить Ахиллеса вернуть тело убитого им Гектора. Он привез его домой, где троянцы отдали герою заслуженные почести. Родственники оплакали его, а после тело сожгли и погребли. Затем блистательный пир пировали в доме великом Приама, владыке, вскормленного Зевсом. Матери милой в ответ сказал Ахиллес Быстроногий: «Так пусть и будет, кто выкуп доставит, тот тело получит, если решительно этого требует Зевс Олимпиец». Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.